Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, и мы рассматриваем номер 415. Выполнить деление. Перед нами 6 примеров, которые решаются с помощью одного из свойств степени. При делении степеней с одинаковым основанием показатели степени вычитаются, а основание степени остается без изменений. Итак, пример А. P в десятой степени на P в шестой степени. P остается без изменений. Показатель степени принимает вид. 10 минус 6 равняется P в четвертой степени. Следующий пример. А в восьмой степени делить на А в четвертой степени. Основание степени А в показателе степени разность чисел 8 и 4. Получаем результат А в четвертой степени. Следующий пример. Х в 15 степени делить на х в 4 степени равняется х в степени 15 минус 4. Получаем х в 11 степени. Следующий пример. Y в 9 степени делить на y. Мы помним, что если основание степени число или какое-либо выражение, а показателя нет, то показатель равен единице. Поэтому выражение примет вид y в степени 9 минус 1, и мы получаем y в степени 8. Следующий пример. 10 в 16 степени делить на 10 в 12 степени равняется 10 в степени 16 минус 12, получаем 10 в четвертой степени. И пример Е. 2,3 в степени 16, деленное на 2,3 в степени 7. Снова согласно свойству. Основание степени 2,3 оставляем без изменений. Показатель записываем в виде разности степеней. Показатели степеней 16 минус 7. Получаем ответ 2,3 в 9 степени. Чтобы увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и задавайте вопросы в соцсетях.